Всем привет, с вами доктор Хрю. И знаете, мне что интересно, я тут стараюсь, на русском языке говорю, много что записываю, правда, душу вкладываю. Есть еще и у меня второй канал на английском языке, там я тоже душу вкладываю и гораздо дольше озвучиваю. Чтобы сделать 5 минут записи на английском языке, мне приходится потратить примерно час. Ну там, редактировать, у меня все-таки акцент очень сильный, и иногда некоторые слова даже непонятно, что я говорю. Я это признаю. Так вот, у меня есть третий канал. Там я разбираю всякую мелочевку, всякую детскую лабутень. Знаете, слаймы всякие, слизь, вот эта вот фигня всякая. Угадайте, где у меня больше всего просмотров теперь? У меня аж глаз дергается. Там я на эту детскую лабуду трачу буквально 2 минуты. Вот сколько записываю, потом добавить звук, и все. Я тот канал создал всего несколько дней назад. И у меня один ролик за 2 дня набрал 2500 просмотров. Я не знаю даже, что сказать. Я правда, я столько души вкладываю в канал на русском, в канал на английском. В канале на английском я рассказываю, как готовить домашнюю здоровую еду, диетическую. А залетела какая-то слизь в просмотры. А в просмотрах у меня какая-то слизь, где я ковыряюсь в каком-то слизняке. С вами был доктор Хрю.